Сотрудники Челябинского ФСБ поймали мигранта, которого ранее выдворили из страны. По данным ведомства, в 2020-м иностранец нарушил закон. За это его оштрафовали и отправили домой. При этом запретили возвращаться в течение 5 лет. Но тому, видимо, слишком понравилось в России. В последующем иностранный гражданин незаконно пересек государственную границу, заведомо зная о запрете въезда на территорию страны. В судебной инстанции ему назначено наказание – в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Также Ленинский районный суд Магнитогорска постановил снова выдворить иностранца из страны. Челябинские таможенники не пропустили в Россию украинские конфеты. Сообщается, что сотрудники мобильной группы Челябинской таможни и пограничного управления ФСБ России по Челябинской области остановили на границе машину. В грузовике нашли 300 килограммов конфет украинской марки. Однако перевозчик заявил, что не знал о стране происхождения товара и не думал, что нарушает законодательство России, пытаясь завести их в нашу страну. Теперь перевозчику грозит штраф до 300 тысяч рублей, а также конфискация всей партии.